Погоди, тут, кстати, можно их апнуть, браток, ушить девок. Так. Давай, давай, давай. Стрельба, браток. Стрельба будет, да, только у нашего братка. Ух ты, даже 2 очка было. Так, Варик. Уровень 5 у него уже, ни хрена себе. Солос. У Солоса. Ну, уже холод. Это да. Так. Зимнее безмолвие. Сидит неподвижно, а то входите в транс в этом состоянии. Быстрее обычно восстанавливается мана и снижает время восстановления. Не-не-не-не-не. Нет, не надо. Хотя. Да себе, надо наоборот. А, теперь нам восстановление надо. О, как интересно. Там не было восстановления. Было. Нет. Ну ладно, давай сейчас откроешь, окей? Сейчас прокачаешь его. Ну. Себя хочет. Ну вот смотри, вот. Вот это что такое? Грозовая. Ускорение восстановления, я же сказал! Каждая базовая атака сокращает текущее время восстановления заклинания. Ну, скорее восстановление. Каждая базовая, то есть ну. Просто если я буду атаковать. Ну, а, да? Это мне нахуй не надо сейчас. Ну ладно. Зато у меня открыл прием, который снимает... сколько? 70? Или 59? Ну, побольше, да, 74, вот так. Так, ну погоди, прокачай, прокачай братков-то. Ты же еще не прокачал некоторых. Так, а уже щит. Удар щитом. Удар щитом, это надо обязательно. Да, 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 потому что она... Так, тактика. Удар щитом-то вот вообще там, ебашит, бля. Включено. А, можно включать и выключать. Отменно. Так, и последний этот вот мудель. Ну, а, вот, или его... вот, да, мы как раз не прокачали. Не прокачали? Да. Так, и... невидимые вон маги приносят. Вперед на небольшое расстояние. А, по-моему, не надо. Что-то фигня какая-то, да? И вот это вот. Единая стена. Для врагов. Так, у него в тактике это появилось. Угу. Ага, отлично. Ну, слушай, вообще... Вообще хорошо все идет, а? О. Так, нам разрыв же надо это закрыть или что? Ага, блять, у нас их ноль. У них жизни мало. Мы же пиздюлей получим. Давай-ка мы в лагерь. Карту открой пока. Так, вот. Ну, блин, чувак, нам... А, ну да, 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 да. Извиняюсь, да, это же разрыв, а не лагерь. Я перепутал. Просто если бы там лагерь был, мы просто бы эту палку и раз, все. И сразу бы все восстановилось. Отлично. А там этот разрыв, да, сражаться надо. Почему 8 из 8? Ты же говорил, что все-таки качал. Что за бред? Я нажал на галочку, ебан. Может, он что-то не это восстанавливает. Да что-то непонятно. Повышает, точнее сказать. Чувак, ну я реально поздравляю тебя, потому что мы убили великана. Да, черт возьми, это... Не, ну действительно это круто. Не, надо уметь пользоваться слабостями. Я правда думал там... Этих тупых... И дракона! И дракона ты заебашишь, но... К сожалению... Да не рестница, он второй раз в покое. Да не об этом. Дальше беги. Да-да, так, вот, вот так, вот так. Да. Ага. Я даже не думал, что так на коне можно делать. Прикольно. Прыгай, блядь. Вот так. Прыгай, детка. Если в воду прыгнем. Ну, сам знаешь, что будет. Ну. Может, то есть у брызгов даже не будет, да? А, ну брызгов точно не будет. Ладно, как скажете. Так, готов? Встань-ка сюда, как. Этого коня атакуют. Он не сдохнет, кстати. Ах ты, пидорасы. Ого. Ой, давай, молнии, ебать молнии. А ты уже назад, да? То есть вот типа это слумо, оно к месту. Оно нихуя же не к месту, блядь. Так, все, разрывай, говорю, разрыв. А, все, он сам. Закрывай. А, кстати, вот так можно? Да, то есть... Клево. Сейчас мы их будем ебашь, что надо делать сверху. Круто. Видал, кстати, вот лед, по-моему, стал применять намного чаще. Не только лед. Вот это она начала вонючий. Щитом ударять, а это намного круче. Когда она щитом ударяет. А, ну я ты видел? Ты видел, да, как она столкнула? Видел. Щит это охрененно, что ли? Эй! Блять, меня столкнули. Видишь базовое заклинание? То есть я когда просто атакую без сперков. А, ну ладно. То есть, когда я атакую базовыми на. Я понял, я понял. Чуть-чуть быстрее стандартный перк. Да, да, я понял. Пока она не. Ну, я считаю.
Так, вот, еще крыс. Все, разрыв закрывай. Как-то быстро, да? Ну потому что ты убил этих крыс. Это так быстрее, да, стало. Так, и где же наш влияние? Так, кольцо военного рога. Только воин. Погоди, что-то не понял прикола. А где так, влияние вот плюс эту один? Девку мы оденем. А во! Все, наконец-то! Да. Наконец-то. А, наконец-то! Браток, аксессуары. На 30% дольше. Угу. Кольцо неистовства. А сейчас у нее чистый... Вон бонус скоро... против обороны. А, вот так вот сделаем. Отлично. Так. Так, дальше ты что? Я думаю, что, смотри, либо, о, можем пойти, да, еще, ну... Мне кажется, нам придется... Ну давай, давай, все равно придется же нам. А дальше можно идти или придется все-таки в обход идти? Да, посмотрим. Там вроде дверь-то должна быть, не? Может, попрыгать придется. А, во-во-во-во, отлично. Просто все равно нам же нужны будут эти очки. Почему бы нам быстренько здесь... Все не обойти, да. Ну да-да-да. Уже 5 часов мы, блядь... Это все первая карта. Ну хотя там хрен знает сколько. Охуеть, я понимаю, почему так надолго эта часть игры будет. А хотя, вот сам подумай, мы вообще мало-мало прошли. Да. Вообще мало. Ну мне кажется, потом уже по нам по накрутке нормально пойдет. Так, погоди. Да, а тут по крысиному придется, видишь как? По-хитрому. Пиздец. И что-то, кстати, надо великого уравнителя посмотреть тебе, браток. Ну, там есть хуэморец, там есть тянки пиздатые, браток. Ну, точнее, одна тянка пиздатая. Шлюшка, там да, еще шлюшку играет, блядь. Так и хочется. Хуэморец, что ли? Хуэморец, браток, походу, да. Пророческий лавр. Ну, бери, что ли, я не знаю. Да вот зачем ты это берешь? Ну, да пофиг, пусть будет. Так все равно же ничего не дает, его не будем использовать. Погоди, там какие-то крысы. Какие-то, там крыс какие-то. Какие-то вражины ебаные. Я вижу красные точки. Ну мы не будем проверять, я не хочу. Браток. Они, видимо, внизу где-то там, да? Вот тут что такое? Хрен узнает. Башня. Походу, синхронизируйся, муби. Лол. Ну пора. Да. Сейчас прыжок веры будет. Нет, вот так вот сделаем. Как? А что делаешь? Что, ничего нельзя? Так не надо. Если я спрыгну, я же сдохну, поэтому особо прыгать не стоит. Ну тут, вот, блин, прыгать-то это, осторожней. Лучше вот так вот сделаем. Все по-крысиному, низкое здоровье. Посмотри, сколько у тебя здоровья. Я же вижу, браток. О, голем, нихуя. Дядька Черномор. Да? Не, голем. Они что-то забыли. Так. Сейчас мы охуеем. А давай зайдем. Мы, кстати, не были в пещерах. Идем, браток. Тут даже цвета нет. А, вот теперь я понял, что за красные точки. Все понятно теперь. Забраться, ну-ка. Теперь понятно, где эти красненькие точки были. Сейчас еще плюс одну будет у нас, только мы заебемся. Ну, кажется. Да. Ну как кто нас встречает? О, крыса может какая-нибудь. Ёбаный насос! Да, а я не удивлен, пауки. Знаешь, сколько раз попадались, блядь? Да? Я впервые вижу. Ну ты-то да, браток. Ну, блядь, помогайте, крысы вонючие. Сука, блядь, сока, блядь. Получай нахуй, все, блядь. Все, все, с командой ты намного проще. Ну, зажигай. Что-то, так, блин, все равно это. Охереть. О, противнички. Ебать, какие они здоровые. Вот так вот нахуй. Да ты забери чуть повыше, они тебя вообще не тронут. Ну, да ты что? Окей, браток. Походу я гений. Да, походу ты гений. Я же гений. Походу ты идиот. Идиот, да. Да, они заденут, блядь. А что, девки изливают? Да, вон у меня паутина ебашит. Да что такой ты ебашит? Ты видишь, что с ним сейчас было? Улетел нахуй. Ну улетел, брат. Ну что, полетать не даешь, что ли? Нахуй ты не летай, блядь. Девка стреляет своим пузом, да, Кристина? Какой пузо, так и хочется побить, да, эту мышь? Ну, бля, почему я одни-то их мочу? Где остальные-то пухают? Не знаю.
где братки-то, типа, блядь, давайте-ка немножко отдохнем, братки. Понятненько, да, мы в дырку лучше, мы лучше будем наблюдать из дырки. Да? Блядь. Сука. Куда же не стреляют? Парализован, нихуя. Клёвый эффект. Я на море редко бывал. Взять вазу, я думаю. Ну, бери добычу уже, мудель. Так, наручи в кольчуге. Короче, блин, какая-то хрень. Все время берется. Угу. Вижу, вижу. В смысле, что за... Эй! Глубина хочет, хуя. Старый знакомый маленький ублюдок. Кто это такой? Котейка, да, что ли? Да нет, очень мерзкие такие существа. У них, короче, вместо рта, ну, как в первой части, выйдешь вон, да, как у червяка. Интересно. Ой, блин, ну сколько тут идти-то, а? Гигантский паук. Да. Ну, наконец, тебе помогают. Да? Теперь стоит шумить, блядь. Додумались, сука, и пришли ко мне. Не застряли. Так, пополни, чтобы не забудь. Пора, пора, самое время. Ну, нажимать блядь. Девяточку. Так, не буду нажимать девяточку. Искать еще эту девяточку. Так. Угу, все, берем, браток. Ну и огонь зажечь надо. О, да отлично. К чему это? Типа, чтоб назад не заблудиться. Что за бред? Ой. Перелил я, блядь, ёбаный насос, перелил опять, братан. Тут вход-то был недалеко, посмотри. Да? Так, я не понял, а где плюс один? Я хуй знает, может, тут где-то что-то выше было. Нет. Ай, мутили, блядь. Не, ну я тут не спалил этот проход. Поздравляю. Зря прошли, зря последние минуты. Поздравляю, пять. Да. Ну, похуй. О, еще обратно. Так тут взялся. Китайцы, походу, размножаются. Воу. Вот сколько уже нас в России? Ну, 110 миллионов. 140 вроде. 110 уже. Это сколько? Лет 5-6 было. Вроде 110. А китайцев, ебаный насос. Миллиард с чем-то. Ты прикинь, да, блядь? Да, даже, по-моему, полтора, нет? Ты полтора. Так, берем. Я в ахуе, блядь. Скоро нас, я не знаю, 10 миллионов станет. Китайцы, блядь, пора на русскую землю ступать. Нихуя они где оказались-то. Крыс. Видишь, уже тебя ждут. Блядь, да. Откуда? Они опять резнулись, что ли? Ой, маленькие детки там. Вот так вот ебашим. Ну слушай, мы раскачались вообще, как, смотри. Уже с полпинка их убиваем, да? Быстренько. Да, конечно, они ХП нам все равно как-то наносят, но видите. Кстати, вот очень странная вещь. Так. Мне, смотри, Исака смотрит точно так же мало, как Dragon Age, браток. Мало. Мало? Что значит мало? Ну, мало, то есть смотри, приведу такую гипотезу. Исак также нахер никому не нужен, как Dragon Age, понимаешь? И ни хрена получается, это игры одинакового сорта. Нет. Но, однако, ты любишь Исак, и ты очень странный парень. Поэтому тут уже... И ты очень странный парень, а ты не странный, блядь, тоже любишь вот это. Но лучше уж это, чем, блядь, ну, Исак. Ну, конечно, конечно. Все. Нет, лучше уж Айзек, чем это. Блять, нахуй, нахуй надо. Нахуй надо, вот нахуй это надо. Вот этот заебись мир охуительный. Куча квестов, прокачка персонажа офигенно. Ты вот вещи нахуй. А там круто. Каждый раз рандомное, каждый уровень. Это интересно. Да, там что интересно. Каждый там раз с бабами мутить. Причем тут это-то, причем тут это-то? Главное в том, что рандом идет. Разные ничего, всякие там тоже рандом. Фишки, разные стреляния. Всякие фишки, всякие стреляния с каждым перком улучшаются. Разные, черт возьми, разные жанры. Как вообще можно что-то это судить? Вот тебе нравится эта блядская идея, а мне не нравится. Ну нет. Но куда ты пошел? Ничего не замечает, браток. В смысле? Вот там мне интересно, что. То! Вот.
изменить состав отряда. Блядь. Интересно, что ты эту хуйню видел уже раз 10, блядь. Еще раз хочу посмотреть. Вдруг там появится еще какой-нибудь новый спутник. Чайка в небе стоит, заебись. Так, да? Стража побережья, извини, что через эти края пройдет несколько серых стражных заводчиков. Так, сюда пойду. Да, давай. Стрим. Видишь, где она стоит? Ну, заебись же игра. Лучше Айзека намного, я вижу. В качестве багов. Да, Брутук? Ну да, тем более, это первая Dragon Age. Первая игра от BioWare на Frostbite 3. Они обычно на Unreal все делают. Все Dragon Age и все Mass Effect. Все на Unreal. Браток, браток. Понимаешь? Да понимаю я, конечно. Ну, бывает, не понимаешь, блядь. Вот, кстати, Dragon Age 2-й-то есть в этом, в Steam? Нет, он есть. Нет? Он есть, его... он есть у избранных. Ну, то кто там? Там был предзаказ. И те, кто успел оформить предзаказ, которых очень-очень мало, а у них он есть в библиотеке. А, есть некоторые люди, в основном это... В основном они состоят в группе Valve. А в группе Valve всего 200 человек, так что сам понимаешь. Хм, странно. Да, ты не получил, да? Блять, я только... Я зарегался. Вот он был, по-моему, в марте месяце 2011-го. А я зарегался в июле. Как бы я успел купить призрак, я даже тогда лицушником не был, блядь. А-а-а, ну, понятно. Так. И чё? Нифига не, уже с тех пор решили в Origin добавить всё. Я, кстати, зарегался тогда в Origin, когда вот он только-только появился. Ну, понятно, понятно. Вот там эта тропа ебаная. Mm-hmm. Да, змеевик какой-то. Просто я смотрел вот у Айзека, там столько отзывов хороших, ебаный в рот. Крайне положительный, 96%. И я уж не буду на количество говорить, потому что там пиздец как много. Ну, сравнил тех, кто смотрит. Больше, чем у Редукса. Ну, я просто говорю то, что намного больше ценителей-то Айзека. Ну, вообще-то, если напишут все, у кого есть метро, то перегонит раз 10, понимаешь? А тут нельзя идти, что? Понятное дело. Просто... А у Айзека, думаешь, все написали? Я не об этом. Просто игра-то понравилась, видимо, больше, чем Redux. Ну, удивило, там... видимо, что ли, я даже не знаю, как это сказать. Браток. Ну, блин, это разные жанры. Как вообще можно вот что-то говорить, судить так? Просто наши предпочтения. Ну, ты можешь спокойно говорить о том, что... Что? О чем? Гуль. А это при чем тут? Потому что ты какую-то хуйню услышал, да? Сам не увидев, не ощутив. А это, уже... блядь, тут при чем? Да при том, блядь. Я сейчас любую хрень буду говорить, и лишь бы сказать, что ты не прав. Ой, блядь, ты лучше будешь сейчас поговорить. При чем тут это-то? Смотри. Ты сейчас говоришь, что как можно создать Айзека и Dragon Age Inquisition. Так там эту херь показывают! Ну, блядь. Да, там эту хрень показывают. Окей, окей, блядь. Тут что-то, блядь, про пидормотов много говорили в Dragon Age, однако же мы в него сейчас играем, там, блядь. Там, блядь, отсылка, если была, я чё, виноват, что из-за ли? Из-за этой отсылки ты так это свое мнение, блядь, поменял. А почему ты... Dragon Age так, такого отвращения не испытываешь, блядь? А что? А погоди, а где тут про Айзека? Ну-ка. Вот эти камушки, это Айзек, да, видимо? Да, браток? Не об этом. Там ты, тут же прямая ты сказал отсылка. Про... Сейчас ты не прав. Тут же прямая ты отсылка. Ты сейчас сказал про что? Отсылочку. Так вот, отсылочка была в ебучем... Блять, дедрайзинге. Была отсылка, А тут не то, что. А это тут причем? Не то, что отсылка, просто все говорят, что это, блядь, диская, блядская хуйня. И однако же ты, браток. Ну. Не считаешь это хуйней? Ты именно Гуля считаешь хуйней? Потому что там была отсылка в дедрайзинге, а тут не было отсылки, но однако. Пидоросня ебана еще больше даже. Да при. Да ты сейчас. Это-то понятно. А про эту игру что? Что я считаю, что это типа тут пидорасы? Там не только отсылка в Dead Rising, я думаю, блять, пизде, все говорят, что это гейская поебота, да? И... Ну... Однако мы не играем. То есть мы гулять смотреть не будем, потому что там какая-то отсылка каких-то ебучих сраных разработчиков есть. А тут раз все про эту игру говорят, что хуйня, блять, ты... Играешь в нее. Ты такой непонятный, отвечаю, блять. Я играю в нее, это я играю, ну, я сейчас за компьютером. Ладно, вообще-то на твоем канале лежит, браток. Я только ради тебя, можно сказать, вот эту игру-то играю. Не, ну сейчас. Это охуительно, конечно, все, но... Ты же знаешь, что я бы не пошел сюда. Вот ради меня так посмотри Гуля, блядь. А, вот как мы заговорили, блядь. Ну потому что это заебись. Видал сквозь стены. Да вижу. Облетело. Клево. Так, блин, это уж сколько тут. Про снег мы уже сразу знали.
кстати, заметил, уже снега тут ничего нет. Ну да, локации, кстати, очень странные в Ферлдене. Что-то как-то первые сначала заснеженные были. Ой, брат, так ну что там, блядь, куда зайти-то? Спорить с тобой, это, конечно, блин... Да, мы с тобой можем до бесконечности, да. Так. О, какой-то хуесос. Хуесосы. Да не надо туда идти. Давай, обходи. А куда мы идем-то вообще? Ой, блядь. Ни хера, это поросенок? Или что это было вообще? Какая-то хрень непонятная, так. Не понял, он даже на кроликов напоминает, но... Кстати, растительность довольно реалистичная, брат. Ну, не крайзис, конечно, да, но, блин. Куда идти-то? Говорит, куда-то влево. А как я влево так верну? Куда-то толку уйти. Ну, там есть какая-то хрень. Вот, допустим, вот это вот, типа, круглая хуйня, браток, посмотри. Вижу. Только что она дает? Непонятно. Сразу мы успокоились и пристали вообще хоть что-то обсуждать. Да. А, о, правильно, сейчас иду вроде как. Ну и, блядь, какой-то хуесос сзади. Ну, блядь, сдохнул, блядь. Причем уровень, смотри, какой. Мобай, ааа, нихуя. Восьмой уровень, а мочится легко. На пятом. Не, ну просто сам класс противника сыплет. Собака ебаная. Ну да, да. Нет, легкий, такие как собака класс. Как раз называется, зовут Мобай, точнее, зовут. Типа собаки тут Мобай. Вот так вот. Копирайты на собачек, да? Ну, нельзя использовать. Ну и чьи это копирайты, мне интересно? Всех людей, блядь? Да, они нарушены. Походу, да. Деньги каждому, требую каждому, чтобы вернули. Ёбаный год. Да, и мне в том числе. Так, вот, давай, присваиваю. Каменное древо. Тут какие-то ориентиры такие интересные, да? О. What is that? Астрариум. Да, мне кажется, опять следить эта хуйня ебаная, нет? Не, вроде должны... О, ни хрена! Раскрыть тайны неба. Восстановить рисунок созвездия, соединив звезды, не проводя ни одну из линий дважды. Ого, ни хрена себе мини-игра. Так. Ты прикинь это? Вот так. Потом вот так. Так. Потом вот так. Вот сюда. Нет. А хотя, бля. Дважды, прикинь, дважды нельзя. Охереть. Погоди, сейчас сюда. А вот стой, вот так. Блядь, надо было вот так. Я закончу, а вверх-то что? Так, теперь вот сюда. Браток. Стоп. Тут лишнее. Тут есть лишнее, блядь. Не-не-не, нормально. Лишнее? Да. Вот, ах, скажем, девки водяные. Вот так. Да, вот эти, видишь, лишние. А, не-не-не, вот так теперь. Все правильно, прикинь. Так. А как ты вниз, мне интересно, ебанешь, а? Вот мне интересно. Сбросить. Сейчас, погоди, браток. Слушай, вот это круто. Согласен. Что-то интересное. Хотя бы какое-то расшевеление пошло. А то вечно что-то... Так, вот так теперь. Теперь вот так. Ну как вот это-то соединить, блядь? Что за хрень? Блядь, точнее. Вот как ты соединишь? Ну скажи мне. Слушай, вот это круто. Так, дорогие друзья, 500, мы тут... 500-й раз. О, вот это круто. Вот мы это... тут, блядь, надолго. Вот это заебись. Дубль 40-й. Так, вот это круто. Вот это заебись. Каждый раз так говорить, если... А, нет, погоди. То есть так-то можно, ага. Не, ну это, стоп, это полегче. Нет, походу надо с этой начинать. Вот так. Вот так вот. Да. Так, вот так. Угу. Ну как их соединить-то, блин? Их все равно соединить-то надо. Вот эти маленькие. Пизда, ножки, блядь, так. Пиздец. Такого я не ожидал. Сюда смотри. А, можно? А, так можно, ну тогда нормально. Допустим, сюда. Сюда. Рисунок мы повторили. А, нет, так можно. Ну хорошо. О, да, все правильно, прикинь. Ну слава богу. Так. Странное дело. Вот все, низ мы сделали. Ну, так, хорошо, так. Хорошо вообще пошло. Тебе дай-ка подумай. Сейчас подумать надо, да. Сюда.
Так, 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 только не ошибайся, браток. Угу. Сюда. Вот так может. Да, почему бы и нет? Смотри, вниз. Нет, нет, блядь. Ну. А, ну хотя, да. Блядь, вот эту хуйню еще. Черт, надо было вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А, блядь. А ты можешь все равно сейчас вниз сделать. Вроде как нет. А, нет, не сможешь. Нет, не могу. А если бы ты пошел вот так вниз, то, может, и смог бы. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Что, можно, что ли? Не, ну, по идее, осталось последний штрих. А, так вот так сделай все. Как? Вот так вот? Ну. А, тут вот сейчас понятненько. Блять, последняя хуйня осталась. Вот. А, нет, не последняя. Вот, а, вот так давай! Не, не сработает. Блять, куда? Да не сработает. Ты мутишь, что ли, не сработало бы? Почему не сработало? Я потому сработ... что... Вот раз. Не нахуй сработало бы, блять. Нахуй я так делал-то? Ну как? Погоди, стой, 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 погоди. Вот сначала давай обговорим. Угу. Смотри, вот тут она была. Да. Вот этого не было. Вот почему не было. Ты вот так не сделал? Ладно, сброс, блять. Заебал ты меня, так. Не, ну ты про... Нет, ты молодец, создал всю эту хрень, но вот в конце что-то видишь, как... Так вот. Соединить вот так. Да? Я уже не помню, как я это делал. Соединить? Так потом, да? Погоди. Не, вот так как-то мы... Вот так. Ну так можешь. А, нет, погоди, тут так. Вот так надо. Блять, как... А, стой, вот сюда? Вот сюда, вот сюда. Mm-hmm. Вот сюда. Сюда сейчас. А сюда не надо. Сюда на. А ты посмотри сюда. Их здесь нету. Ну типа вот так должно было быть. А, теперь сюда. Ну и все, и мы в пизду. Так, еще. И мы в пизду, правильно. Так, ты сбросал. Я, по-моему, с этой начал, да? Блин, мы реально бы закончили, наверное. Только сейчас. Ну, блядь, да, с фуфилем. Ну, спиздец. Да ладно, ты вот этот-то смог спокойно сделать, так что нормально. Так. Давай, давай, давай. Вот, блядь, мы тут будем долго думать, мне кажется. Да погоди. Соединить, наверное, или не надо? Как ты так наобум-то сделал? Погоди, если вот так провести, да? А, и вот так. Угу. Все. Блять, не. Сюда еще, блять, надо. Черт, как мы это сделали, блять? Как мы это сделали? Я что-то не понял. Нихуя. Как мы это сделали-то, так, погоди, если вот, допустим, сюда. А сейчас треугольничек повторить. Сюда. А сейчас сюда надо, вот так вот. Точно, 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 сюда! Ну нет, смотри, тут, а, вот да, я делаю сюда, блядь. Сюда, обратно, и все, и мы в пизде, короче, мы браток. Так. Полный причем. Начинать примерно надо отсюда, да ведь? Да хрен знать, я думаю, слушай, охуительная головоломка. Да ты уже доебала. Доебала? Ну конечно. Знаешь, мне-то головоломки доебали, помню, в три богатыря, когда ебашу, блядь. Или Алёша Попович, помню. Ёбаный подолг. Нигер Вовович. Давай. Так. Сюда не надо. Точно знаю. Только сделаем вот так. Если треугольник опять сделать, так не пройти. Блядь, погоди, есть мысль. Если с самого начала. Не, почему ты так-то делаешь? Смотри, сейчас увидишь. Ага. И треугольник замутить, да? Погоди, нет, вот так вот. Потом вот так вот. И опять мы в... Блядь, сука, вот эта линия вот эта мешает. Давай тогда отсюда начнем. Ну. Тогда сюда. Нет, сюда нельзя. Может только сюда. Ну ладно, сюда. Сюда, сюда, сюда. Так. Так. Сюда, если сюда, и сюда. Сюда, сюда. Блядь. Второй раз мы... Сюда теперь надо. Попробуй тогда от этой сюда. Вот так вот.
Угу. Ну, блять, да. Нет, прикинь, нет. А, да, нет, не в пизде. Да, прикинь, все. Дай! В смысле, все? Охереть. Я хуй знаю, ты бистыкал. Да как так-то? Да, бля, вот че... Блять, вот тут мы тупим. Тихо. Я помню, помню. А ты помнишь, как мы делали? Сначала снизу, да-да-да. Вот так потом. Ушки. Вот так, да? Да-да-да-да. Сюда. Стой, 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 стой. Не-не, я так и делал в прошлый раз, я помню. А, да? Ну все. Да, вот так вот делаем. Потом сюда, 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 вот здесь. Так. Все вот так. Вот так, так, вот так, так вот. Вот так. И все. Все! Ну почему ты вот эти ребра-то в прошлый раз ебанул окончить? Все, все, ладно. А, и что ж нам дадут? А, еще надо два за ПС. Ну, что, не дадут? Можешь сказать, нет, хуй тебе. Вот чуть. Блин. Не, ну мне это понравилось, браток. Да, я прям расшевелился. Офигеть. Слушай, неплохо, неплохо. Блин! Так, наебнулся. Да это уже. Потому что там какая-то мышь за нами шла. Мышки. А, нет, это наш. Так, ну все, давай тогда, знаешь, куда еще? Куда сейчас, браток? Ну, в этот пойдем, или как называется. Следующий. Так, ну там. Так. Так, лагерь мы тут обчистили. Сколько у нас? Эскей нажми. 9. 9. Ну что, может, в следующий раз тогда пойдем или как? Давай сходим сейчас. Ну давай, все, вперед тогда. Так, это мира. Хорошо. Давай хотя бы новенькое что-то посмотрим. Да. Да. Это все проходим вообще. Выпуски ни о чем сейчас были. Последние 5, наверное. Да, 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 конечно. Блин, Миша, Миша, Миша. Очень, очень реально понравилось. Кстати, что медведь-то мы отправили? Со созвездием, чувак. Угу. Какая-то такая интересная мини, такая головоломка. Да не шевели ты ногами! Ой, шевелит, браток. А это слышно, блядь, это хуйня. Да? Ну, конечно, блядь. Ну, извиняюсь, тебе. Шевелит мутиля. Ну, все, на аллилуйя, наконец. Не, нихуя, я все, все иногда забываю, что после картинки следует мигающий этот значок. Черный экранчик, да, браток. Надо еще подгрузиться. О, музыка пошла. Только она всегда шла. Шла-шла. Только она пошла. Походу, не соси, блядь, браток. Да. Соседка, блядь, хуй браток, а. Это, кстати, если чё, первый раз, когда... Вот когда Sims писали, Sims надо было вдвоём писать, да. Вдвоём но... это прикольно. А Dragon Age это первый раз, когда, можно сказать, играю я, понимаешь? Sims-то мы там похуй. Да, конечно, похуй. А тут что, не похуй, что ли? Ну, я не сказал. Ой. Я бы играл всю эту игру дома у себя... Тихо, тихо, без комментариев, с матами. Блять, сука, сдохни. Ну, только очень редко, понимаешь? Вперед. Нельзя взять и не подойти к солнышкам. Да? Я угадал? А, да, спасибо, что напомнил. Да, пожалуйста. Я просто забыл, понимаешь, браток. Это ты бы все равно подошел. Я уверен, больше, чем. Нет, ну я сейчас вообще о ней не думал. Честное слово. Ты молодец, что запомнил. Я даже уже на карту не смотрю, я знаю. Может, она скажет, типа, да, я смогу к вам присоединиться. Так. Это что-нибудь новое. Ну, понятно, всё, блядь, всё, ага. Ёбаный ты в рот, а. Видишь, как она. Сейчас узнаем заодно, прокачали или нет. Что ты там... Конечно, прокачали. Я прокачал, я помню, но, однако... 8 из 8, до сих пор. Ну давай посмотрим, я что-то реально не помню. Почему? Чё за бред? Такой, созвать военный совет, быстрей! Ой, наша кепочка куда-то смылась, да? Кепочка? Ну, шапочка. А, я чуть не заметил. Ну ты не заметил там, когда перед касценкой пропадают вещи на нашей голове.
Давай так, ну смотрим. А, видишь, все, их нету, потому что я не использую. Во. О, спасение пропавших солдат. Кстати, интересно, можно другие... О! Сильно приведены, как крупный отряд. Поставьте моих людей. Несколько раз, как не так... Против моих людей. А вот это что? Если я свяжусь с местной банной, ага. О, побаниться пора. Да нет, банная, типа, местная владычица. Она немедленно вышлет кого-нибудь на поиски пропавших солдат. Другие солдаты вызвались поискать пропавших товарищей, я их не найду. Так, что будем выбирать? Тайны. Почему тайны? Потому что. Ну блин. Сейчас будет долгая блядская загрузка. Ну что, не всегда? Так, опять мы берем целый наш морфлот. Хоть кто-нибудь, блядь, сейчас нам в команду придет или нет? Я заебался. Может, мы еще даже 5% игры-то не прошли. Кстати, в первой части Dragon Age не есть факт. 7 начальных миссий. Угу. Там можно играть за разные? Эльфа, Так тут, наверное, там, смотри, же, эльфы, два начала. Либо ты раб в эльфинаже в городе, в Этеринге. Угу. Ну. Погоди. Фериал Дэн после Мора. Кто такой Мор-то? В Дэне будет сложно понять то, что еще... Это про того, который ты говорил, да? Нападал. А, Фериден — это вся страна вообще. Вот Эринг — это, по-моему, столица. Ну, Мор — это тот, кто на первую часть нападал, да? Или что? Мор — ну, представь, что Мор — это все орки в Властелине колец. А. Ну, вот это и есть Мор. Ферина. А, ну понял, понял. Во главе Мора не Ока, точнее, во главе орков не Ока. Ну вот кто? Архидемон, просто дракон. Просто дракон, блядь, все. Вот так вот. Которым нужен город, да? Где золото лежит, да? Этот сам архидемон, он бог. He wants them to fight you, because you're the herald of Andraste. Вот он, слава. Он об этом пожалеет. I've survived demons. I think I can handle myself against some southern barbarians. Yeah, you'd think, but they're a brawny bunch. Getting to our troops won't be easy. You'll have to fight your way through undead. Wait. Чувак, ну ты же знаешь, что мы спокойно их сейчас... Конечно, ну тут нас въебывается, пора поставить его на место. Если вам не делать, тут надо... I'm not letting the Avar butcher the Inquisition's people. I appreciate it. The Avar hold up in the castle on the other side of the Fallow Mire. Это гномиха, да? If you're willing, the Inquisition's people are still alive. Да, кстати, это гномиха, браток. Это гномиха? Гномихи, наверное. Of you, sir. Это гномиха. Да, это гномиха, нихера! Прикинь, там варик. А погоди, а это что за гномиха? В смысле? Блядь, это варик! Сука, блин. Так вот, о чем я говорил. Ну. О чем я говорил? Мне, понимаешь, просто волосы такие. Ой, нихуя, это что было? А, так вот. А, это молния, прикинь. А, это молния, ну ебать. Так бог. Вот, архидемон — это просто божество. И в которое накачали какую-то хуйню, и он стал архидемоном. Вот. Ну. Он управляет всеми бульбики, порождениями что ли, там тьмы. Много дул. Порождениями тьмы. Порождение тьмы, и там вроде архидемона вот создал как раз архитектор. Для чего я уже не помню, блин. Я, не знаю, год два назад играл конкретно в это дополнение, блядь. Ты осторожно, осторожно, демоны? Нет, это мертвецы, браток. Который вообще 12 уровень, нихуя. Не, ну он, кстати, мало нам снес. Так что спокойно. Естественно, что они могут сделать. Очень круто тут нарисованы мертвецы, браток. Классно, мне нравится. Че это все-таки наш браток? Гном, как ты видишь, варик. Хреново, хреново у него по жизням. Видишь, сразу отнимают у него. Подходит только и так, все. Так, куда идем-то? Так, куда? Вот, вот задание, 100%, да? Да, туда. Да-да-да-да-да, туда идти надо. Тогда вот так вот сделаю. Заодно разрывы, лагерь сделаем и прибавим. Конечно, много-много прибавится. Блять, это... Аж целых три. Что такое? А сейчас у нас одна. Будет хоть что-то. Так, нам туда, если что, идти. Да, какой-то одинокий трактир. Можем заглянуть, наверное. Там, может, нам
браток. Алкоголь продадут? Алкоголь, да. Ваши паспорта, ваши документы. Бля, какие нахуй документы, ебанусь, блядь. Мы в среднем веке. Или каком-то там веке дракона, блядь, вы ебанусь. Кстати, Драгонэйдж это век дракона. Да? Переводится. Или эра дракона. Как они еще не вымерли, а? Сейчас вот по времени, вообще, по времени, вот, который сейчас, каждый век тут как-то называется. И вот сейчас, в данный момент, век дракона. Хотя драконов мало осталось. Ну, один-то точно есть. А если где-то и второй, значит, где-то и второй. А где второй, там и третий, и четвертый. А там и они могут свои маленькие писюшки применить. Что происходит? За огоньком можешь лететь? А, вот и соус. А, хороший, кстати, огонек. Огонек моей души. Да, блядь. Ой, блядь. Ебашит девка. Тихий огонек моей души. Но этот грузовик нихуя не едет. Он нахуй, блядь. Этот грузовик нихуя не едет, он рычит. Он рычит, нихуя не едет. Кстати, ребят, не забывайте подписывать на наш дроч-канал. Макс! А, прикинь, я... Макс, подпёсыш, ну как же без тебя? Как же без тебя-то, блядь, Мудин, сука. Эй! Что, убили кого-то? Прикинь, меня убили, я даже не заметил, что меня убили. Да ты отвлекаешь ты меня, Мудин. Сейчас я... О, нихера он несет-то уже урона. 90 не... А, это перком. Да, нихера. Ну, бля, чуть-чуть. Последний крыс осталось. Ай, ты мышка ебаная, получай. Все. Где? Не забудь своего героя подлекать. Браток, вдруг забудет. Так, все, взять добычу. We could use them to fight on dry land. Как я знаю, ни в коем случае сейчас не бери добычу за гнома. Потому что в Ryzen 3 гномы, они пиздили постоянно золото, сука. Чё? Нихуя? Гномы. Гномы! Богатые гномы! Вот так они говорили. Они постоянно всё пиздили, эти гномы вонючие. Буква. Мастеры. Какая тут М, буква что ли? М. Максим, типа, Максис. Тут все Максим. Тут везде походу. Максим. Блядь. Игра знает, что ты Максим. Блядь, Максис, везде. Походу. Максис. Походу. Поверь. О! Вот всегда так всех вон килом ебашит. Ну да, что-то как-то быстро, однако, убиваешь сейчас. Сам в ахуе. О, еще один алтарь, блядь, заебемся, походу. Так, погоди, подлечиться. Ой, блин, сейчас мы там, и там, и здесь. Ну сколько ж можно-то, браток? Задействовать. Ну я подозреваю, что дальше будет. Так что уж съебусь. 13 опыт, неплохо. А, ты не то, по-моему, задействовал, не? Надо еще там. Да не, все. Все? Чешуя вверх. Что-то там. А, ну да, убивай эту девку. Осторожней, только тут видишь, как много. Пидорас, блядь. И смотри за своим состоянием. Здоровье! Да, это самое главное. Что ты, брытык, ищет ты. Ой, блядь, нихуя там удили-то встала. Да. Ну! А он сейчас... Не, нормально. Ты так думаешь? Нет, на них похуй. Главное, ну, чтобы ладно, я выжил. Ладно. Хотя раньше было наоборот. Я говорю, там был один чувак в команде у меня вот, в первой части. Но. Стэн звали. Он кунай. И я на него, блядь, такие шмотки ставил, что ёбаный бро. Труп с луком. А дерется он нихера. Нет, не как труп. С луком, блядь. С да. Луком. Вот так вот нахуй, да. Девку ебаную. Да эту девку еще можно убить. Наших братков, там несчастье, горе, сейчас убью. Так, блядь, крыса. Варик, нет, блядь, закаем, блядь, похоже. Сходи, отходи, браток. В принципе, у них по фигне уже осталось. Хоть ты кто-нибудь. Блять.
к этому алтарю подойдем, кто-нибудь да умирает. У этого лысого братка так мало жизней, но он сражается. Посмотри, он может даже тебя переживет. Ебать. Хуй знает, может быть, брат. Вот крыса, ебаный. Ты говоришь, искательница, ну-ка. Она с книгой. Погоди, а теперь назад иди, назад иди. Давай сюда иди. Вон. Там что-то по любасу можно еще активировать, или что-то типа того. А, нет. Прикольно, то есть если убить чисто вот этого, то они перестанут выебываться. Оказывается, ты не зажигал еще, ё-моё. Рассмотреть. Еще один Максим, что ли? Блин, там еще надо было. Да, там надо было еще. Ладно, пойдем на то обратно сгоняю сейчас. А ты помнишь? Так, нам туда. Ты уверен? Да. Смотри. Блять, оттуда взяли, так сказать, фонарик, блять, и той обратно бежит. Так, нормально. Блин, вот именно, это глупо как-то получилось. Надо было оттуда. Да что, ты не спалил, что так можно даже? Там вот оттуда бы надо было вот этот расшифровать-то символ. А мы, видишь, как пропустили просто. Требуется влияние 11-4, блять. Ага. Так, тут ромб. Там чё? А нам хрен знает, я не посмотрел. Кстати, мне кажется, нам нужно. А ты можешь вроде как выбросить этот фонарь. Выброси пока. Погоди, браток. Ой, блин, да нам тут идти. Нет, все-таки мы должны потерпеть. До лагеря это чуть-чуть осталось. Ну хорошо. Потому что у нас вообще здоровья нет. Вот в чем проблема-то. Давай, мочи эту девку. Он, кстати, опять здесь резнулся. А? Он здесь опять резнулся. Так это плохо, это очень плохо. Ты пока фонарь-то можешь не брать, потому что там каждый раз можно. Да, я не хотел нести так постоянно. Ну, я просто тебе говорю. Сейчас. Тут скоро лагерь, поэтому сейчас все заебись будет. Лагерь, потом еще давай две этих штуки обследуем. И что нам тут еще надо-то? Братков спасти? Да не собирай, ну, блядь. Ну, я понимаю, я привычки. Нельзя просто так взять и да, не собрать, браток. Да, понимаю тебя, но не в этой же игре, блядь. В смысле, ну, я как раз в этой игре набрался этой хуйни. Да? Да. Ну, мне кажется, это какой-то бред. Все отлично. Фу. Так, все. В смысле, бред, знаешь, все восстановили, замечательно. У меня часов 150 в первой части игры, во второй часов 50, наверное. Ладно, все, идем дальше. Влияние плюс один, это хорошо. Угу. Нам как раз нужно влияние это будет потом. Солдатский мемориал. Так, М нажимай. Нажимай. Так, все, теперь сюда идем. Ну и там потихонечку определимся, как нам быть. Пока на разрыв пойдем. Заодно очки заработаем, все нормально. Ну да. Аваров. А Авары это кто? Авары, я не знаю. Аварам заложников не наскучили, что они... Скорее всего, а это, наверное, разбойники, но... Да. Ну, я хуй знаю, кто такие авары. Опа, а вот это что такое? Фред Флинстоун, что ли, с дубиной? Открыть разрыв завесь. Вот это кто такой? Фред? Фред, старина. А, так он за нас. Меня не бойся. Не мое дело, меня не бойся. А. Почему не нападешь? А, вот Авар. А, вот Авар. Нихуя себе Авар это! А мое дело начинается после прихода чего? Вот что я делаю. Ты щенок, поздравляю. А для самодовольного щенка... А, вообще-то самодовольный щенок. Для то есть о, его просят об этом кто-то другой, то есть тот, кто хочет с ним садиться. Самодовольный. То есть, получается, это не мы самодовольны. Он может быть за нас! Да, я тоже об этом подумал. Ты тоже подумал, да? Да. Из-за хозяйки небес. А. Can't you see the warning she writes through the bird flocks in the air? Птичьими стаями. Прикольно. Ну тихо, новую фракцию добавили. Мы ну-ка, давай спроси его.
Но все живы, ничего себе, были. А, были, но... До свидания. Нихуя себе. А, так вот видишь как? И чё сейчас надо делать? Ну, по-любому, конечно, наверное, убивать. Но... Ну, сейчас-то да. Ну, чё-то... Как-то уже жалко их мочить. Братков маленьких. О. Вообще, прикинь, его замохают с одного удара. Блядь, я тоже охуею. Да не он. Нихера! Да, ну вообще-то это я так сделал сейчас, браток. А, ты уверен? Ну ладно. Я так. Просто немного охренел, что он с одного так, удара столько одна. Снес. Ну, давай посмотрим. Сразу резко делаем. Да, давай. Вот сейчас ёбнет и бам, да, отлично, так. Вот так-то по крысинам, смотри, они только вышли, я эту хуйню включаю, по ним оглушение идет, бля. Еще девки, блядь. Ну это круто, что оглушение есть. Неплохо мы раскачались, конечно, не самая лучшая такая раскачка, мне кажется. Но уже на путь истины идем. Давай. Ну, по идее, сейчас камера должна была к нему поближе. Да, кстати. А, вот сейчас будет. Ага, все. Там, видимо, сзади еще один противник был. Подошел пузатый парень. Все, отлично. Кто за добычу? Все. Клянусь, какие ты можешь закрывать. О, ну-ка, назад, 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 назад. Может, он скажет. Видишь, что он говорит? Плюс два. Да, ёбаный наконец-то. Был. Так, вот сейчас... Ты не понял? Плюс два. Да, плюс я один. Понял, плюс два. Хорошо. Вот теперь спроси его. Ясно? А, понял. Нет. Просто он сказал, типа... Типа, мне не нравится быть с ними, да? Нет, 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 нет. Он только что сказал, что, мол, ты умеешь закрывать разрывы в небе? Я думал, тогда типа я присоединюсь его... к вам. Лол, да. Ну, видимо, ну, что-то... Знает, видимо, какой-то не... Да, это мы там он были. Он нихуя не стильный, иди. Браток, ты чё? Ну, мне понравился этот чувак. Я бы заменил. Маяк во тьме. Да, вот маяки-то нам как раз и нужны. Это, мне кажется, тоже нехитрые демоны. Так, тогда идем сюда. Да видишь, там много слишком заданий. Мы не будем все выполнять. Жалко, нам сейчас надо идет, блядь, это... Такую бы нам убойную силу, да, блядь. Черт возьми, как раз вот под уровень. Нет, не хочет. Вот фуфил. Он, кстати, о. Сказал, берегись воды. Ну-ка, берегись воды. Ты они видишь красные лезут. Точки? Бля. Ай, блядь. Сука, я сказал, так... берегись воды. Блядь. Ты сейчас сдохнешь. ХП. Блядь, ты малыш, что сказал, браток? Ну, конечно, ты бы сдох. Да, мудрый. О. Еще одна крыса, так. То есть по воде, видимо, сколько не надо так мне идти. Кажется, их дохуя по-любому, значит. Тут по-любому по воде идти придется. Ну теперь-то да. Ну конечно, и они заспавнились. Вот суки. Да похуй, не буду их трогать и все. Что там было? Ой, бля. Вот это хуйня. О, уже стреляет. Гораса, блядь. Концу открой, подожди. Давай, браток, иди. А я покажу. Девок буду ебашить. Бля. Так, хватаем. Бля, тут нельзя просто так взять и не пройти мимо вот этой фигни. Блядь, еще эти заспавнились, отлично. Тут все, браток, да? Пустил котишку маленького. Хм. Ну и чё? Ну, блин. Разобрался? Я разобрался. Сейчас. Ну всё, к маяку сейчас. Так. И там маяк-то был. А, стоп! Не понял. А где маяк? А-а-а. Погоди-ка. Ну-ка, чё-то непонятно. Зажженные маяки. Ну вот, нам как раз надо это. Можно тогда тебе зажечь завесные маяки. Убей всех демонов. А где этот маяк-то? Хуй знает. Он там наверху, что ли? Вот это, посмотри. Это не маяк. А что это, бля? Да хуйня какая-то. Ну отметь на карте тогда.
приведи. Вот так вот сделаю. Нет, ты зря уходишь, чувак. Надо посмотреть, обязательно. Ну как ты можешь пропускать-то? Ну, блядь, что я сделал, если ее здесь нету? Ты нажми М и это, посмотри. А, вот она. Может, она там? Вон, за трясиной. Вон. А. Или не он это? Возможно, он. Ну, посмотрим. Да, да, он, он. Видишь? Ну, понятно. Сейчас заебемся мы с тобой. Ой, блин. Отходи, отходи. Так. У одного, кстати, мало жизни, вот это очень плохо. У лысого братка. Пока не буду тратить на него. Похуй. Вот сейчас бы нам хотя реально... пусть попьет. Да, пусть попьет. Так, ай, блядь, вот он. Крыса, вонючая. Прямо тебя, конечно. Потому что я же главный, блядь. Най, браток, на кого? Он еще орет, заметил? И у нас... отнимает... Это охуенно, кстати, выглядит, браток. Такого я... Прямо сирена какая-то, да? Не то, что орёт, вот эти вот спецэффекты круто выглядят. Короче, походу, Майкл Бэй, блядь. Клипмейкер, блядь, просто все старше. Ага. Ай, ты крыса вонючая, блядь. Где? Там просто эти лучники, видишь, как они. Вот, вот видишь эту крысу, да, да справа? Вижу, вижу. Эта девка цокает. Цокает, пока мы с главными этими... Разбираемся, она мышь цокает. А, я понял, что он, блядь, он та еще крыса оказывает. Да дайте пройти, хуесосы. Жизни мало. Кто там умер? Еще умрут! Ну, блядь, давай, давай, блядь, чуть-чуть еще. Хотя какой чуть-чуть еще? Половина целая. Ни хера. Ты сейчас сдохнешь, кстати. О, нихуя ты, браток-то. Вот этот фуфел, кстати, лысый, да, он как-то держится, непонятно как. А, он теперь не держится. Так, поднимемся лучше по лесенке. Давай, как давай. Крыса, вот так вот. Так, вот эта мышь. Ой, целых две даже, да. Ну, там немного, в принципе, жизни-то. Ага. Все, навелся на него, да? Очень браток. Хитрожопый ты, а? Почему это я хитрожопый? Я сделаю все, чтобы выжить, браток. Низкое здоровье. А, так вот эта крыса ебаная. Да, да. Хуесос, блять, жизни мало. А что делать? Да ничего, сейчас идем до лагеря, берем эту хуйню. А, показалось. Да нет, не показалось. Ну-ка, там еще что-то был выход из боя. Что помогло? Сейчас кое-что я сделаю, брато, хитро. Что это вот за блядь. Хуйня сейчас была? Потому что это крысы спавятся. А, так это наши, ебать. Ничего себе, прикинь. Нет, это не наши. Это наши. Должны быть наши. Нам пизда, блядь. Пошли нахуй. Молодец. А я-то хотел бы... Пошли нахуй. Продолжаем, братишки, давай. Ай, вот сейчас только не умирай, пожалуйста, браток. Давай, нормально хибаш. Самое главное, я сюда пойду. Браток, они за мной. Ну, вот не факт. Может и факт. Самое главное, браток. Самое главное лучника убить. Да. Но лучника ты не можешь. Ты слишком слабо ему атакуешь. Вот я смотрел. Вот это крыса, смотри. Видишь, как слабо ты ему. Ну, почему-то. Я не знаю почему. Не знаю, браток. Только благодаря нашим это героям, да-да-да, выводим. На этого ты можешь, да, я вижу, 38, 39, вообще нормально. Это у него очень крутой прием, смотри, то есть он так стоит вокруг, вот видишь этот урон, да? Ну. От него, вот так бум, бум, все ниже, ниже, ниже. Это охуительно, мне нравится. Да вот это вот, тебе нравилось? Пиздец какой-то. Не, ну, когда меня ебашили, мне это, конечно, не нравится. Так, как-то, по-моему, мы сейчас разруливаем вообще хорошо. Ну, потому что я так встал. О, еще один. Так, лучник, да? А, не, молодец. Он просто стоит. Это хорошо. Вот, кстати, что мне нравится, тут очень-очень радиус охуительный. Издалека самая то крыса.
Угу, согласен. Сколько, блядь, жизни снимаем, отлично. А, уже у него мало осталось. Убить-то эту девку осталось. Да. Вообще издалека атаковать офигительно. Ну, если бы я еще умел за снайпера играть, скажем, в Battlefield, браток, то было бы клево. Ну, там надо подгадать. Там, знаешь, пуля там так всегда вылетает и так далее. Так, все? Ага. А, нет, не все. А, нет. Не все? Или все? Все, все уже. Так, огонь зажигай тогда. Слушай, вот сейчас ты разобрался, че быстро. Даже я знал, куда встать. Там они особо так сосали. И еще надо. Где-то. Блять, не та кнопка. Видел, как он находится. Где-то здесь. Где-то здесь, видимо. Разрыв, плюс еще там. Сам знаешь, что. Стоп, а зачем я это нельзя? Ага, все. Да, выброси лучше. Ох ты, посмотри-ка, ну-ка, какие-то, видишь, арка. Ну-ка, стоять. Летний камень. А что, зимний есть? Две штуки. Опа. Ага. Тихо. А это что, да я вижу, ни хрена себе. Тебя убили. Это что за тварь? Он похож на императора, кстати. Да? Так убивай его! Он... Чё подходит? Молодец, блядь! Блядь, нихуя! Блядь, браток. Слушай, мне кажется, демон отчаяния. Слушай, я сейчас реально лютое отчаяние испытал. Как мы, блядь, его победим, нахуй? Как-нибудь? Так ХП восстанавливай! Да, блядь, мы сейчас соснём без моего персонажа, браток. А, да, он не может. Блядь! Да! Так, давай-ка, погоди... Загрузить. А, свой отвези на 6.20. А ты уверен? 22.33, да. Ну смотри. Да, блядь, кот заебал! Рэп заебал. И как там было? Я не помню уже. Рэп атакал. На трубу звонит Вовчик. Убил? Точно? Вот этот херь. Вот, мы ее только не изучили. Так. Что мы делаем? Стоим сейчас издалека и ебашим еще раз. Давай, так все. Ты что, вообще капец был? Что? Да? Я охуел просто. То есть смотри, я стою на месте. Он как включился, блядь, атаковать. Я так прихуел. Да я это уже понял. Ну вот, смотри, где эта девка. Стоять. Ну да, подальше давай. Да, пока вот так. А эти мудили пусть идут вперед, ну похуй. Не, ну уж бы так не говорил. Без них все равно ты, мы, мне кажется, сосед. Кассандру там ёбнет. Вот тот вот маленький ублюдок. О, так далеко! Охуеть! Давайте, вставайте дальше, блядь, чтобы у нас видео, нахуй. Да он уже давно видит, мне кажется. Ну где он? А? Где же он? Где же он? Мы по нему вот так вот, блядь, браток. Ну вон, а, давай, прицеливайся, братан, где-то там. Да, блядь, конечно, ну там есть. Вот эта крыса маленькая. Ни хрена себе маленькая девочка. Ну сколько ему жизни, кстати, отняли наши братки, красавцы. Ага. А вот сейчас как ты? Да сквозь стены, блядь. Ну только так, да, если. Низкое здоровье. Так, ну не, я пока не буду тратить, браток. Там дальше лагерь, да? Да есть. Вон он, давай мочи! Сейчас я один перк на нем испытаю, когда только синяя хуйня у него кончится. Уже кончилось. О, паралич, отлично. А, так по хуйне его мочить. Только тут, ну, удары смертоносные были, блядь. Отвечал, он похож на этого, блядь, Дарта Сидиуса, ёбаный. Да! Я тоже так подумал, блядь. И на императора всё, похож он. Пиздаем. В этом капюшончике сраном. Закрывай. А-а-а, это только начало. Понятненько. Сейчас поди-ка второй будет император. Ты видал? Чё за ху... Нормаленько. Так, not good, блядь. Так, загрузка нахуй, так. А чё загрузить-то? Ну один хуй загрузку придётся делать. Ой, я без своего персонажа не смогу их победить. Ну да. И закрывать ты не все равно не сможешь. Капец.
У меня есть одна мысль хитро выявлена. Смотри, что делаем. Сейчас это вот делаем. Да, да, блядь, рассматривай. Уже рассматривай. Так, все. Бросаем. Сейчас идем к тому месту, да? Да. Сохраняемся. Правильно, вот это правильно ты сказал. Угу. Так. Он что-то закрыт. Будучи атакованным, игру не... А я что, атакован? Серьезно, да, блядь? Ебать, смотри, как я атакован 10 раз. От маленький, сука, уёбок. Получи, фидар. А, кстати, он сейчас, видишь, защиту-то не прикинил. Это хорошо. Ну, видимо, то, что мы далеко. Ну, сейчас какие мудили, наверное, ближе подойдут. И, ну, одна уже подошла. Ах, ты же мудишь, сука. Так что мы делаем? Мы ближе, блядь, не подходим, нахуй, не. Плюс 3 должны дать тут, нахуй, этого. На твича Дарт Сидиус, ёбаный ты в рот. Ну, что делает, блядь? Очень маленький гандон. Помнишь, как мы в Destiny играли, блядь, боссы были тяжелые, сука. Даже не боссы, а вообще просто, просто пиздец. И что мы получали в ответ? Хуй. Огромный, волосатый. Блядь, ты когда-нибудь убьешь эту девку? Никогда не. А, ну теперь все, да. Чуть-чуть еще, блядь. Вот так вот камушком, камушком. Ай! Больно! Больно. Больно, девки. Эй, блядь, ну ты чё меня-то атакуешь, сука? Ой, кстати, один остался. Да? Блядь. Так, погоди. Ну что, делать, браток, будет? Ты же бежал, вот как мультик. Эй! Ну, блядь, ну это пиздец! Браток все бежит, не знает даже куда, наверное. Да, так тут где-то выход должен был быть. Твою мать. Да умирай, блядь, я не трать время. Ладно, короче, загрузка, мы не сможем это пройти, так. Да уж. Это бесконечность можно проходить. Не, конечно, могли бы. Забей. Забей. Забью, туда мы не пойдем. Нахуй, потом сходим туда. Так. Так, смотрим, куда нам идти-то. Ну, кстати, для добычи, ну-ка. Ну там мешок говна. Ну, как я и говорил. Так, браток. Смотрим. Карта мира. Вот. Ага, дневник от Ресени, ну понятно. Что где-то рядом вроде тут студент по имени Виды, и сон обо сейчас демон и очень опасен. Так, ну вот это пока сюда не нахуй надо. Мы не пойдем. Да как туда и надо? Ну, вообще-то нет. Ну ладно, хорошо. Ну может и надо, блядь, но. Нет, вряд ли. Ну там ты видел вокруг там, блядь. Ну ты вот время только тратишь, я тебе говорю. Там же это херь. Ты видел что ли на карте? Ну, посмотрел, да, что рядом находится. Просто ты как обойдешь эту хуйню? А там я дальше шел, я нихуя не нашел, понимаешь? То есть что? Пиздешь. Ладно, давай еще умри. Давай вот так вот сделаем. Не, я не пойду туда. Я пойду пешочком, обойду вот это все потихоньку. Вон там этот квест. Ебаный. Ну, давай. Так. И что должно быть? Я не знаю. Вот я тоже. Блять. Ну-ка сохраниться ты можешь? Сохраниться ты можешь? Блять. Не так кнопочка. Нет, не можешь. Уходи отсюда нахер. Вот это пиздец. Ох. Не, убить, в принципе, их можно, если да, прям знаю, вот знаю. В том проходе стоять только это долго, блядь, это еще дольше, чем того великана ебаного. Ты заметь, тут какие волны идут. Вот фак. Да не бери ты этот сраный летний камень! Он тебе в жизни никогда не понадобится. Ну что делать, съябывать, походу? Блядь, за гнома, заебись. Ну да, за кого еще-то выход из боя, так. За гнома вообще заебись-то. А, да вон.
Все, я съебался. Так. Все, твой герой здесь. Да, кстати, отлично. Давай. Опять за маленькие ножки. Иначе выиграй, браток. Так, все, схватил. Ой, блядь, ты как я это обошел. Да вижу, вижу, вижу. Давай, иди туда уже. Да, вон нам туда. И маяк последний еще, отлично. Угу. Пошли. Угу. Так, забраться. Можешь как-то ускориться? Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. А то, блин, браток, так сказать, пишем уже без остановки, сколько, 7 часов подряд, блядь. Да конец. Устали-то, браток. Так что давай. Крысы тут рядом. О, еще идёт парализованно, блядь. О, ебашим за книгу. Магия все-таки это заебись. Кстати, второй раз, когда буду перепроходить ее, ну, это же игра от Бавар, ее надо проходить 10 раз. Ну, понятно, понятно. Вот, буду перепроходить за воина. И скажу тебе потом, в чем разница. Вот ты же видишь, так, что тут за кажется, мага. Мне кажется, лучше воин. Нет? Мага, мне больше нравится то, что здесь можно ебашить. А варка... За воина ты не можешь ебашить, да? Что я за воина, тут что за мага? Вот магия, допустим, мне нравится во второй части. Она реально круто выглядит. Там девка, осторожней. Открылся. О, это один удар такой, блядь. Угу. Так, вот на пустойном месте крыса. Блядь, умирай уже. Да уже тут все умерли. Эй! Это что, шутка такая, что ли? Осторожнее, осторожнее, чувак. Понятно. Это чем он у меня так? Угу. Ну что, идем дальше? Да, идем дальше, браток. Угу. Фак. Я такой хуйни не ожидал. Честное слово. Так осторожнее. Молния, как всегда. А что нас так ебашут, я не понимаю. Я честно не понимаю, почему нас так ебашут. А хер его знает. За это ты зачем? А, понял. Ну, потому что, ребята, потому что. Блин, мы такими темпами, не знаю, еще часа два будем играть. Чувак. Ну, блядь, если сложно, браток, вот так вот, как ты видишь. Ну, мне кажется, надо остановить, все. Да это пройдем, а? Вот мне вообще не надоело. Знал бы, как мне их заебал. Полный пиздец, блядь. Браток. Ну ладно, да. Давай как я в Айзеке, так и ты в Драгоныш будешь, окей? Жаловаться на жизнь мою, блядь. Так, вот издалека будем уходить, отлично. Как только я на подработке лютые, блядь. Не знаю, мне вообще норм. А мне нет, нет. Ну и странные тебе. Хотя мы оба странные как. Гэн, смотри, Гэн, все живы, браток. Все. Охуенно. Кумает, бля. Ну там девка. Давай, блин, давай, последние минут 20 остались, ебаный в рот. Какие нахуй 20? Еще час-два, блядь. Нет. Нет? Нет? Ну, конечно, нет, блин. Нет, блядь. Сейчас увидишь, в чем прикол. Ой, блядь. Сейчас там, блядь, потом тут еще, блядь. Ну, это пиздец, это бесконечно можно играть, блядь. Понимаешь? Нет. Да заебало уже. Вперед. Да, блин, браток, давай, говори что-нибудь. Ты же меня обычно спасаешь в таких ситуациях. Найдено плачущие шпили. Ну, и... А где бой-то, блядь? Вот. Давай хотя бы вот на этой закончим, окей? Давай, браток. Давай, нормально. Все. Все, браток. Последний. Вперед. Последний, так сказать, путь. Последний забег, браток. Чуть-чуть осталось. Ну, вперед, давай. Разжигай, браток. Тема схема. Ну, блядь, беги. Осторожно только. Конечно, блядь, отсюда, пидорас, ну, конечно, пришел. Конечно. Уже. Вот
уёбок, сука, получи. Видишь, как много наносит, да, урона ему? Да это... сейчас что-нибудь новенькое найдем, он хуй. Лучше отходить вообще. О, твою мать! Там еще, да, бежим, из блядь, озера. Из озера еще крыса. Девки. Ну что, издалека будем ебашить, как крыса. Не восприимчив, отлично. Ну да, что держатся, держатся. Ищу. Потихоньку. Красавцы, давай-то там вот так вот сделаем. Да, бля, так тут. Не, ну я вообще-то там попил браток зелиться немножко. А-а-а. А они сами разве не могут? Они сами там пьют вообще, не, да? Ну, блядь, я привык так, браток. Вообще-то у них автоматически в первых двух частях... Не, ну, была такая тоже функция, но она не была как раз... Она тут работает? Она тут стоит автоматически, а там такого не было. То есть надо было самому поставить. Ну, понял, понял. Ёбаный в рот! Наступаю! Пиздец, сколько? Я в ахуе. Главное, самое главное, что тут замышлено. А сюда отходишь, что нахрена? Потому что они ко мне подходят. Это не к тебе, а к Варику. Как они держатся, мне интересно, да. Бедный Варик! А, не, он попил, типа. Мне осталось две штуки всего. А сзади? О! Ха! Да он телепортировал. А я, ты видел, она на сверху упала. Че ты убил? Да она серьезно сверху упала. Все, убил. Угу. Так, осторожно, там еще... О, видал, они все умерли, как только я его... Все, маяки во тьме, миссия завершена. Еще и плюс дали. А сейчас. Ну-ка, давай-ка теперь расшифруй. Интересно, что будет. Плюс так, два. Влияние, плюс сколько два. Его? Шесть получилось? Уже шесть. Отлично, отлично. Шестой уровень. Отлично. Так, зажигай. Так, с трясиной тоже миссия завершена. Угу. Правда, так, мы ничего не читали. Ни хрена, давай. Угу. А, так, что это за выполнение? Ну, это я тебе говорил, ты не стал это качать. Да, возьмем лучше. Потому что, ну, в основном базовыми мы атакуем постоянно. Пока... Ой, как мы начали говорить-то, а? Ну, ладно, ладно. Ну ладно, что, давай тогда заканчивать. Ну, брат, давай заканчивать на этом. С вами был Злел. Братишка. И до скорых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.